На данный момент все больше и больше сведений появляется о некогда огромном государстве, существовавшем на протяжении, если не тысячелетий, то как минимум многих столетий, таинственным образом исчезнувшим с географических карт и из учебников истории. Речь пойдет о Тартарии. При этом представители традиционной исторической концепции, так называемые официальные историки, или начинают делать вид, что они не понимают, о чем идет речь, или начинают чуть ли не смеяться в лицо людям, которые задают им вопросы о Тартарии. Но факты вещь упрямая, тем более, когда их становится с каждым днем все больше и больше. И которые однозначно доказывают нам существование огромного государства Тартария, занимавшего на пике своего могущества большую часть территории континента Евразии.